Дорогие женщины, милые наши перчатки, каждый год в преддверии 8 марта мужчины задумываются над подарком для своих любимых женщин. В Бежске второй год подряд устанавливается цветочная композиция в такой оригинальной форме. Мы хотим публично выразить свою любовь, признательность и нежность, которую испытываем к вам. Ведь благодаря вам мир становится светлее, добрее и прекраснее. В науке, в экономике, в политике, в образовании, во всех этих и других областях вы неизменно на высоте. Вы душа нашего города, вы его будущее. Примите нашу благодарность и нашу признательность. Пусть рядом с вами всегда будут родные. В ваших семьях царит согласие и любовь. Каждый день наполнен заботой близких, несет в себе много радости, из которых складывается большое слово «счастье». Счастье, основанное на любви. С праздником, милые женщины! Дорогие прекрасные девушки, женщины, мы, мужчины, как умеем, ежедневно выражаем вам свою признательность и дарим цветы, говорим про любовь. Но словами невозможно выразить всю ту благодарность и уважение, которое мы испытываем к вам за все то, что вы для нас делаете. Вы – это начало всего самого прекрасного на земле, надежды, любви, самой жизни. Что бы вы ни делали, вы всегда являетесь для нас примером профессионализма, ответственности и оптимизма. От имени Совета депутатов города Бердска поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, женского счастья и спокойствия в душе. Пусть ваши близкие, родные всегда будут рядом. Оставайтесь всегда мудрыми и очаровательными. А благополучие и достаток пусть никогда не покидают ваш дом. С Международным женским днем! 8 марта.